Однажды международный журналист спросил меня о дате, с которой начался процесс ограничения свободы слова в Казахстане, и был чрезвычайно удивлен ответом, что ограничение свободы слова началось с 1995 года после монополизации кланом Назарбаева основных телерадиоканалов Республики Казахстан, когда президент Назарбаев руками премьер-министра Кашгельдина и министра печати Сарсенбаева сделал Дарьягу Назарбаеву медийной царицей Казахстана. После нарушенного молчания о преступлениях Назарбаева, в том числе незаконной приватизации активов в гостерадио Казахской ССР, были убиты Заманбек Нуркадилов, журналист Асхат Шарипжанов, Алтынбек Сарсенбаев, Рахат Алиев и многие другие. Преступники всегда испытывают страх перед правдой разоблачения и совершают все новые и новые преступления против народа. И только сам народ способен остановить серийных политических преступников.